студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Европа изнывает от жары. Красный, наивысший уровень опасности установили в Италии, Дании и других странах. Столбики термометров забираются на отметку выше 40 градусов. Наша природа на прошлой неделе изрядно охладила. Но не доберется ли испепеляющий зной до нас? В Росгидромете успокаивают. Сильнее плюс 30 воздух в ближайшие дни не прогреется. Так что температурный Армагеддон нам не грозит. Неделя получится вполне комфортной. 25 июля в Старомосковье и Губкине плюс 24-26. Облачно с прояснениями. УФ-индекс низкий 2 единицы. Магнитное поле спокойное. Атмосферное давление 742 миллиметра.